Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а это фрагмент, как мы сходили недавно на бету Роковы. Ну что ж, всем приятного просмотра. Мне кто-то недавно говорил, что он Бога не верит. Так, не понял, куда сажусь. Так, это не мой. Бегом Дрейков разобрали и разошлись из кучи. В середину все. На мостик, все на мостик, кто загрузился. Толя, начинаем отстреливать щупальца. Чтобы наших не убило. Шары полетели. С дробаша. Все зашли? Да. Так, все, погнали это. Сейчас это уничтожилось, да? Да. По часовой, это, не забывайте шары отстреливать. Давайте все. Нет, вот в разнобой. По часовой. Вова, че встал-то? Вот, по часовой. По часовой. О, хорошо, пошли. Не забывайте за этим, за шарами следить. Эх, а там, я помню, у нас были щелики со штурмовыми, которые расстреливались. Да. А у нас сейчас тоже штурмовые есть, не забывайте. Ну да. Просто у нас целый отряд есть для этого. Да, хорошо идем, отлично идем. Это, не летите, пешочком. А, хотя сейчас надо, сейчас он опустился. Когда опускается, в середину сразу в центр. Friendly fire работает? Отлично. Еще пальцы. Если бы он не был отключен, то, скорее всего, кто-то из нас бы уже отсюда копыт делал. Кто? Ну, кто-нибудь, блин. Так, это шары, если видите, не забывайте. Так, Никита, все, по часовой, ребят. Близко не подходить. Близко не подходите, а то это током шибанет и все. Ну, только он, если что, заряд делает перед тем, как токет будет. Поэтому следите за этим. Шары следите тоже. Пока хорошо идем, отлично, молодцы. Кто там на Дрейке летает? Летайте только когда он опустится. Стамину старайтесь не тратить. Это понятно. Все, Андрюха, много патронов тратит. Все, полетели в середину. А это, как вы, пули штурмовой винтовки лучше тратьте на шары. Да. Все, сейчас это, стадия есть. Пошла. Есть его? Как это? Меня кто-то ударил сейчас. Подвиньтесь. Зайдите в середину, вы что там-то стоите? На мостик зайдите, он может это... Так, теперь по этим. По щупальцам давайте. Сейчас анимация пройдет. А, кстати, а где время-то идет? У нас время, кстати, не идет, слышите? А время бесконечное? Да, там кавычка вставлена. Ну да, это понятно. Вот видите, он ток начал использовать. Шары. Левая щупальца. Шары тоже. Так, все. Пошлите по часовой. На безымянных внимания не обращайте. Так, сейчас шар попробую отстрелить. Какой-нибудь. Сейчас попробую у кого-нибудь прикрыть. Так. Инвиз включайте, они не вас агрятся. Шары не будут агрятся. Поэтому не сильно так тратится. Это понятно. Хорошо идем. Когда риперы будут, просто все риперы вжарем вместе. Инвиз включайте, они агрятся. Кто не бежит, там солдат куча.
Так, все в середину, все в середину. Так, все, на мостик. Угу. Бегом на мостик. Чего? Вова! Чего все столпились-то? Левая щупальца была. Это, пацаны, давайте, не толпитесь. Да. Так, шар летит. Отстрелил. Все живы? Да, все живы. Да, да. Отлично. Так, сейчас попробую. Самое опасное здесь это шары. Сейчас шары, от шара отстреливаю. А патронов нам хватит, да, вообще? Должно. Если мы будем все правильно делать, то да, хватит. Когда не спешите расстреливать. Последний еще. Что попал-то под удар? Карс. Пацаны, сейчас шары отстрелю. Фигачи в середину. Кто успел там? А так, он что, второй отстань? Да. Да-да-да, в середину зашли и шары, 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 шары. Так, все, в середину, риперы, в середину. Риперов жрем, просто жрем, все вместе. Бомбит, включайте, да и все. Щупальца отстреливают, крайние. Не торопитесь, главное, все нормально, все в порядке. У него анимация еще идет. Так, шары, блин, шаров много. Очень. Так, шары попробую сейчас отстрелить. Так, давайте я на шарах пока сосредоточусь, попытаюсь. Окей. Вы щупальца. Чё там, сзади не летит, ничего. Так, вот, еще шары подлетели. Давайте щупальца гасите. Я вас пытаюсь прикрыть. Чё, мне Андрюха помогает по шарам стрелять? Я тоже помогаю. Окей, хорошо. Так, сзади. Шаров-то сколько подлетело, ё-моё. А подождите, это последние щупальцы. Подождите, не ломайте его. Причём его? Да, этого грызем, чтобы он нам не мешал. О, шар, шар, шар! Тихо, тихо, шары, шары. Так, шары, шары, шары. Там надо щупаться? Наверное. Последнее. Так, в середину. Там рипер еще приедет. Фиг с рипером. Убивайте этого. Кстати, пацаны, тут кому интересно, записочка на арене есть. Да, мы знаем. Ну, некоторые знают. Мы его почти убили, давайте. Так, в середину, все в середину бегом. Мой шар. А, давайте, давайте, давайте. Сейчас попытаюсь щупальца отстрелить. Тут слишком много винтов. Блин, слишком много жопы творится. Так, нормально все, отстрелили. Да, не, без паники. Это просто он этого нас в панику наводит и все. Аккуратненько, не торопясь. Так, сейчас это. Внимание, мне нужно два человека на шары. Я могу подработать? Я ломаю эти сады. У меня дробовик ушел.
Идите вперед, это щупальца по часовой. Я пока пытаюсь это отстреливать. Шары с тобой, кстати. С тобой по шарам стреляем, давай, ага. Карас. А им прокачан как? Вон, сначала пытаемся по красным попасть. Ну, красный самый больный, да. А, слышите, это те, кто ближе к середине и не успел по часовой пройтись, подождите просто у середины. Да, щупальца сломается и... Последняя щупальца осталась. Мы уже тут, в середине. Короче, ломаю. Ломай. Вы сейчас это, шары стреляйте, кто в середине уже. Так, отлично. Ой-ой-ой, тихо, в середину. Куда? Шар. Вот кто там получил по спине шаром, очень больно. Кто, я сломал. Хилься, хилки есть. А у меня нормально. Подождите анимацию. Анимация, да, подождите. Пока подготовьтесь, там покушайте, я не знаю. Все хорошо, так, все, прошла анимация. Шары вылетели, внимание. По шарам целитесь тоже. Сейчас вот опасно. Так, все, давайте по часовой пытаемся вылететь. Так, Карас, ты со мной стреляешь, да, по шарам? Да. Давай. От своих не отстаем. Так, кто там говорил, это есть записочка? Не до записочки, знаешь, Андрей. Тебе точно за нее ей сделать на данный момент? Это тег записочка. Ну, у тебя будет время, наверное, чтобы... Да, будет. Да, может, потом умирает, там голограммы еще какой-то. Блин, что происходит-то? Шары? Я их бью. Бьешь шарывов? Да. У штурмовой винтовки дальность небольшая, фиговая. Штурмовой в смысле небольшая дальность, она на километры стреляет, угораешь? Пауэрса, она далеко очень шмот. Ну, не знаю. А, во, сейчас не попадает это, по шарам. У меня осталось 83 патрона на грудь. Так, давайте, это... У меня вообще 37, у меня скоро патроны кончатся. Вам стоило бы это, как его, избавляться? Мы его сейчас добьем. Так, что происходит? Шары. Давайте. Вон хорошо. Чуть-чуть. Да. Или мы успеем? Нет, не успеем. Ну все, последняя волна, в середину все, быстро в середину. Это что такое? Это электричество. Так, вот сейчас главное без паники. Так, у меня больше нет патронов на штурмовую винтовку, я иду уничтожать еще пути, понятно? Давай я туда сниму. Да. А, мама, выпусти. Ты там один слишком. Да я помню, я шары отстрелил. Так, кто там, Андрей мне помогает шары отстреливать? Я тоже. Ага, у меня сейчас тоже кончатся патроны, блин. Это последняя волна, мы затащили. Да. Если мы, конечно, не будем тупить и добьем его. Да. Ну я в центре стою. Отлично. Ну его палать не отрыть, я думаю. Два последних щупальца остались. Три. Давайте, это победа. А, да, три. Так, опа. На победочку идем, пацаны. Нормально. Последний еще пальцы, готовьтесь. Да, последний, давайте. Давай. Давайте все в центр.
Вот прям сейчас. Оно уничтожено. Добиваем его. Добивайте, добивайте. О! Все. Кайфуйте. А где там записочка? Записочка? Где записка? Она была правая. Старая... С правой стороны арены. Где? Ну вот тут где-то должна. Или нет? Эй, забейте, если она не здесь. Не, она была чуть дальше, чуть дальше. Кто новенький, чекайте заставку. На, забей. А, блин. О, записка. Можно было и айфон брать. Только патронов побольше. Сколько месяцев тебе понадобилось, чтобы выполнить свое обещание? Ну, нормально так. Я тут теперь нас на X туда отправляют. Да. Наши ДНК нет. Мои кости. Станешь инвалидом, блядь, вот с вами. О, интересно. А где белочки? Там не знаю. Ягодки. О. А ягодки там будут. Дальше. Сколько уровней? Сколько уровней дадут? 10, по-моему. Да, 10. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот получился ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.